В республике Коми дело Пичугина будет рассматривать иной состав суда. Как ранее сообщали, громкое дело о бандитизме в Коми могут рассмотреть присяжные заседатели. Такое стало возможным, когда Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга рассмотрел жалобы обвиняемых и их адвокатов. Напомним, Верховный суд Республики Коми отказал подсудимым в суде присяжных, и они подали жалобы в Санкт-Петербург. Более подробно об этом можно прочитать в СМИ. В итоге Второй апелляционный суд общей юрисдикции вынес постановление. Решение Верховного суда Республики Коми отменено с направлением на новое судебное разбирательство. Это означает, что Верховный суд должен вновь решить вопрос об участии присяжных. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Коми, рассмотрение уголовного дела со стадии предварительного слушания в отношении Пичугина и других фигурантов назначено на 1 июня. В соответствии с частью 1 статьи 234 УПК РФ предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании, уточнили в суде. Громкий уголовный процесс по делу о бандитизме в Республике Коми Верховный суд начал рассматривать весной этого года. 2 марта состоялось первое по существу заседание, на которое для обеспечения порядка и безопасности были созваны спецподразделения Росгвардии. Отметим, на скамье подсудимых оказались 17 фигурантов во главе с вором в законе Юрием Пичугиным, на счету УПГ совершение многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений.